7 сентября в Одинцовском городском округе стартовала прививочная кампания. В этом году из-за пандемии коронавируса она имеет особый статус. Здоровье населения сейчас главный приоритет. Врачи призывают прививаться от гриппа. Современные препараты дают защиту сразу от 3 штаммов вируса. Сделать прививку сегодня довольно просто. Например, обратиться в мобильный пункт вакцинации. Специализированные машины можно увидеть в разных частях округа, в том числе и на центральной площади Одинцова. Здесь всегда много желающих, но очередь тает буквально на глазах. Среди пришедших на прививку немало тех, кто приходит в мобильный пункт ежегодно. Считают, что делать прививку в спецавтомобиле удобнее, чем в медицинском учреждении. Быстро, безопасно, квалифицированно. Я делаю каждый год. Я считаю, что это правильно, чтобы себя как-то обезопасить, потому что побочный эффект, никаких, да, не было побочных каких-то у меня, во всяком случае, каких-то проявлений, поэтому я всегда делаю, и вот всегда делаю именно здесь, поскольку здесь рядом живу, удобно, без проволочек, быстро, паспорт, полис и все. За все годы я один раз все-таки, видимо, заболел гриппом, но он протекал в легкой форме, и доктор мне сказал, что было бы намного тяжелее, если бы вы не были вакцинированы. В 2020 году планируется привить от гриппа не менее 60% от общей численности населения регионов страны. По словам главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, в муниципалитете прививку сделают более 206 тысяч человек. Напомним, что вакцина предоставляется бесплатно. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».